Росторг при средней урожайности 18 центнеров с гектара. Весомый вклад в объем производства пшеницы внесли крестьянские фермерские хозяйства Демиданова Сергея Анатольевича, Гречникова Владимира Ивановича, Кузнецова Ивана Николаевича, Кузьминой Ирины Вадимовны, Гаранина Владимира Петровича и Сафонова Юрия Алексеевича. Встречаем Балтайский район, Балтайский муниципальный район. На молочно более 37 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 19 центнеров с гектара, что в полтора раза больше 2015 года. Наивысшие результаты сборки урожая получены индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства Кудошиным Дмитрием Владимировичем. При средней урожайности 53 центнера с гектара головой сбор зерновых составил 3160 тонн. Встречаем Вольский район. В Вольском муниципальном районе обрабатывается 123 тысячи гектаров пашни. Сельскохозяйственное производство района представлено 11 сельскохозяйственными предприятиями, 40 крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. В текущем году намолочено 33 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составила 16 центнеров с гектара. Наивысшая урожайность озимых культур получена обществом с ограниченной ответственностью Куликовское – 34 центнера с гектара. Яровых культур обществом с ограниченной ответственностью Рассвет-1 – 25 центнеров с гектара. Более 30 человек старшего поколения руководителей и специалистов аграрного производства внесли свой вклад в развитие отрасли района. Они не только сохранили производство, но и передали любовь к земле своим детям и внукам. Это трудовые династии Мещеряковых, Дариных, Лушниковых и Башаровых, Утковых и Уткиных, Кончуковых и Мачуриных, Мухтар и Тарасовых, Паращуковых. Воскресенский район. Воскресенский муниципальный район. Намолочено 30 тысяч тонн зерна. Средняя урожай